коляске, маленькая, легенькая, на платформе не складывается. Ну, то есть, когда она едет вперед, или, допустим, поворот, она подруливает задними колесами. Ну, то есть, вот колеса на бок. Все это как бы интересно и хорошо. Так, сейчас выключу. Вот здесь вот гибтик такой. Откручиваем его. И самое элементарное. Берем, снимаем один аккумулятор. И второй аккумулятор. Аккумуляторы на 5,8 ампер-часов. Можно даже летать с ними. Здесь в направляющие вставить нужно. Вот, вставили в направляющую, воткнули и закрутили стопор. Все как бы хорошо и замечательно. Сейчас я ее переверну и посмотрим, что внутри. А внутри получается, ну то есть вот это вот клиренс, подруливающая, которая стоит на червяке. Но самое интересное то, что удар, если какой-то будет, там об бордюр или еще что-то, то аккумулятор может не спасти. Их тут два штуки. Механизм с редуктором на два колеса с переключением. Вручной режим. Ну и ход. Вот такая вот штука.